Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Донбасс, с вами Киберплейс. Сегодня мы врываемся на турнир от такой команды Кибертек, которая Киберкат или Киберкэт, кому как удобней, которая у нас расположена в городе Черновцы. Именно они организовывают у нас онлайн-турнир, который продлится всего лишь один день. Это будет у нас онлайн-турнир на 8 команд, ну и система проведения — это у нас группы. Сначала же по 4 команды в одной из групп, во второй тоже 4 команды. После чего выходят у нас 2 команды в дабл, по-моему, elimination. Ну и будут сражаться именно там команды после выхода из группового этапа. Ну, пока что у нас групповой этап. Первая игра для команды Киберплейс и для команды под названием License to Kill, из города Черновцы. Будем называть их просто-напросто ЛТК, чтобы не путаться. Ну и посмотрим, как покажут эти команды на старте. Ну и мне очень интересно посмотреть, что придумают у нас ребята из команды Киберплейс, они же Руна, топ-1. Ребята, которые уже давным-давно играли и играют до сих пор. Очень хорошее настроение, несмотря на такой ранний период у ребят. Так что посмотрим, как оно будет все у нас в игре происходить. Ладно, давайте перейдем, наверное, к самой игре и посмотрим, что у нас тут уже такое происходит. Начинается у нас период... пока что банов продолжается. Ну, совсем скоро начнется у нас период пиков, где мы увидим, что же ребята, на чем же ребята будут у нас играть. Ну, давайте посмотрим пока что по банам. От команды ЛТК залетел у нас Тинкер и Эмбер Спирит. От команды Киберплейс, или же Аруна, видим Дума, видим Скайрос Мейджа у нас в бане. Ну и первый пик. Первая возможность предоставляется команде ЛТК в этом матче. Посмотрим, что они заберут ферст пиком. Ну, кто же у нас может залететь-то? Всякие разоры, как мы привыкли видеть на The International 4, который вчера уже у нас закончился, групповой этап. Не групповой, так, как же это называется-то? Ну да, групповой этап, можно сказать. Формат лиги, где у нас уже определилось то самое количество команд, которое пройдет у нас в основную часть турнира. Ну, а тем временем у нас до сих пор ЛТК думают, почему-то очень долго они думают над своим первым пиком. Ну, уже бонус тайм начался, но ребята пока что, как я понимаю, не знают, что делать им. Что вообще происходит. Ну, берут Мирану. Мирана, которая не выходила из популярности у нас. Которая в европейской доте у нас стоит оффлейнером. Или же мейнкерри. У китайцев это просто-напросто саппорт, который бегает по всей карте и убивает всех подряд. Ну и Руна отвечает у нас ликантропом, первым пиком. Посмотрим, какой будет ликантроп. Будет ли это мейнкерри, будет ли это на мидл-лейн направлен ликантроп. Очень интересно посмотреть на это. Ну и очень интересно, через что будет у нас идти ликантроп. Будет ли макситься у нас волки, или же через хауль пойдет у нас ликантроп. Ну, я думаю, сейчас какой-то фастпуш возьмут у нас команда Руна. Сейчас какой-то Nature's Profit, наверное, еще залететь. Или же Lone Druid, как любит это у нас пинг. Так, ну и что же у нас тут? Бонус тайм-то качается. Кончается бонус тайм, 5 секунд остается. Нужно что-то придумать. У нас Руди. Берут Батрайдера. Батрайдера на оффлейн. Вряд ли это будет мидл-лейн Батрайдер. Давно мы уже не видели Батрайдера, который у нас стоит на миде. Когда вышло это из моды. Ну и ЛТК. Второй пик от них. Будет ли браться что-то под Мирану? Будет ли это Бейн? Будет ли это Шадоу Демон какой-то или же Рубик? Давайте посмотрим. Ну, есть. Есть и возможности, чтобы пикнуть именно этих трех героев.
Но кого же именно выберут? У нас ЛТК. Мне кажется, Shadow Demon больше всего сюда подходит. Так как всякие ликантропы будут очень-очень тяжело напрягать. В середине игры. Так, ну и минута. Бонус тайма. Здесь у ребят с команды ЛТК. Берут они Бейна. Все-таки решили ребята через Бейна играть. Так, тем временем начинается у нас вторая стадия банов, минус Тимберсау от команды ЛТК. Банят они оффлейнера, можно так это сказать, но вряд ли мидлейн Тимберсау мы где-то видели когда-то. В пабах, да, но в официальных играх что-то я не очень так сильно встречал именно этого героя на мидлейне. Так как не очень полезным становится. Так, минус Faceless Void от руны. Ждем мы четвертый бан от команды ЛТК. Ну, мне кажется, нужно каких-то таких героев банить, как Enchantress, как Чен, как Nature's Prophet, которые могут залететь и очень больно залететь для команды ЛТК. Ну да, минус Nature's Prophet. Мы видим, ну и руна, что забанит у нас. Нужно что-то придумать. Кого-то мейн керри, мне кажется, тоже должны забирать ребята. Ну, в принципе, все неприятные герои уже у нас, как видим, исчезли. Всякие думы, всякие тинкеры, всякие эмберы и Skyros Mage на первой стадии. Ну, минус Никс команды Руна все-таки решили забанить у нас жука, который мог бы отправиться у нас в оффлейн. Ну и третий пик от Руны. Берут он на Ancient Apparition, первого саппорта для себя. Ну и очень сильно. Очень сильная у нас руна на первой стадии игры. Имеется Chilling Touch, имеется Хауль. С руки будет масса дэмэджа залетать от них. Ну и в дальнейшем тоже это будет очень неприятно для ребят с команды ЛТК. Но видим, Вайпера берут ребята. Вайпер. Вайпер. Ну, пока что непонятно. Мне кажется, четвертым пиком их мы поймем, куда же отправится этот Вайпер. Тем временем, Джаггернаут залетает от команды Руна. Джаггернаут как на мейн керри все-таки, да, Батрайдер отправится у нас в оффлейн. Ну, и Ликантропа мы видим, наверное, на мидлейне. Остается один саппорт для команды Руна. Ну, и какой-то жесткий должен этот быть саппорт, мне кажется. Который будет всех и все убивать. Всех, кого он увидит. Я думаю, Чантрас на этот тролль подойдут очень отлично. Ну или же тот же Чен на зоопарк будет тоже самое оно. Тем временем Слардар залетает от команды ЛТК на роль мейн керри. Вайпер отправится у нас на мидлейн. Мирана Бейн, как я понимаю, будет два саппорта, но и остается еще у нас оффлейнер, если же это не Мирана, команда ЛТК. Ну и давайте посмотрим на последние баны, которые будут у нас залетать от команды Руна. Нужно очень быстро думать, так как бонус тайма у них нету. 3 секунды всего лишь у них. Поэтому 2, 1. Минус пак. Ну да. Нужен был герой, который цеплял бы всех. Правда, имеется еще Тайдхантер, как бы такой вариант у ребят с команды ЛТК. Но пак бы, понятное дело, очень неприятно посмотрелся бы. Минус Штанг Спирит.
Команда ЛТК, забанили они тоже мидлейн героя, ну и берут, добирают себе у нас Энигму. Руна, как второго саппорта, не знаю, почему ребята все-таки не учли это, думали все-таки у нас Ликантроп отправится в леса, но это уже, мне кажется, старая тема. Ну, инвокер, команда ЛТК на мидлейн, вайпер в оффлейн, ну и Мирана, Бейн и Стардар отправятся у нас в визе фармить триплой. Ну или же какие-то интересные, наверное, штукенцы будут творить. Все-таки эти два саппорта, Мирана плюс Бейн, Слип плюс Арроу, которая будет разрывать почти каждого героя из команды Руна. Так, ну вроде бы у нас уже все в порядке. Еще последнее приготовление, да. Все, окей, микрофон работает, это отлично. Ну что же, команда ЛТК на инвокере у нас играет МДЖ. Тейконс играет у нас на Слардаре, Уки Сакай играет у нас на Бейне, на Миране у нас играет Мидзо, ну и на Вайпере у нас играет This is Heavy Metal Uncle. Команда ЛТК из черновцов играют не за сторону Radiant, что же выйдем мы за Дайр, это команда Руна или же Киберплейс, Фаталист играет у нас на Ликантропе, Гном, по-моему. Да, никнейм Гном играет у нас на Джаггернауте, Пинк играет у нас на Батрайдере, Муфлай Джаггер играет у нас на Пенигве, ну и на Эштапарейшене у нас играет Ашиато. Ашиато. Парам-парам-пам. Так, ну видим, что делают ребята из команды ЛТК, все-таки думали, что Руна пойдет в их леса, как это делают китайские команды, в основном заходят они со стороны Дайр, заходят и просто заходят в чужой лес, да, еще раз повторю, заходят, расставляют варды, если же никого не удалось подцепить, на этом расходятся. Но команда Руна решила все-таки пассивно сыграть, никуда не пошла и, как видим, первых стычек у нас не было в начале. Так, ну что же, расходятся ребята по линиям, ну и вроде бы как линия я угадал, да, команда такая, это точно угадал, что же команды Руна видим. Ну, в принципе, да. Руны я тоже угадал. В принципе, повезло, мне кажется. По-другому никак это не скажешь. Так, ну, ставится у нас пауза какая-то от фаталиста. Видимо, бинды слетели. Это бывает. А, ну вот, Ликантроп через хаул идет. Мне кажется, это самое оно, что нужно как раз ребятам, чтобы все-таки быстренько убить всех героев из команды ЛТК. Потому что там масса дэмэджа просто будет сейчас отлетать от того же Топорейшена, который, да, уже имеет свою третью способность, Chilling Touch. Ну и с иллюзиями тоже сейчас пытается нарезать у нас вайпера, отогнать подальше отсюда, чтобы не получал он опыт. Ну и, в принципе, та задача у Топорейшена на данный момент. Энигма нас идет через леса, понимаем мы это, ну... Должно быть все отлично у Энигмы. Практически ни один спаун не заблочен у нее. Поэтому все очень легко должно идти. У Паши. У Паши. Так, Пинг. Пока что первый левел уже берет второй, появляется у него напалм, как я понимаю, да. Ну и как-то поприятнее будет уже стоять по трайдеру. Со вторым левелом. Опять же, уезжается хауль от фаталиста. Ну и фаталист, видим, по одному пока что все раскачал. Ну, сейчас, наверное, пойдет через хауль. Ну и через пассивочку, мне кажется. Именно это то, что и надо. На данный момент. Так, еще одна какая-то пауза у нас в игре. Энигма пока что у нас остается еще совсем немного на рецептик на Soul Ring. У нас, видимо, отвод от Бейна. Должен получить, ну, какую-то половину левела, должен получить, да, на волках.
Что у нас тут снизу? Да, фармячи у нас. Слардар видим, ну и Мирана. Мирана пока что с Брином практически ничего не делают. Должны они просто ходить по всей карте и убивать игроков команды Руна, как-то мешать им все-таки все делать. Но, как видим, этого пока что не происходит. Просто ребята стоят на своей линии, охраняют своего мейн-керри, а этого, мне кажется, не должно быть. Мне кажется, в этом и пока что и есть ошибка команды ЛТК. Вайпер пока что первый левел. Есть у него пассивная способность. Первая пассивная способность. Ух, как тяжело так. Ну и пытается он где-то тут наворовать хотя бы экспу на второй левел. Но со вторым левелом можно что-то делать. Да, Патрайдер у нас все-таки погибает. Решил он зафармить тут. То, что наотводил у нас Бейн. Ну и вот, реализация у нас Бейна плюс Мираны. Да, поделили они First Blood. Ну и пинг непонятно, что пошел. Все-таки думал, что особо ничего опасного у него там не будет, но... Ну, ошибся, как видим. Очень сильно ошибся. Так, летит, по-моему, тут сейчас Soul Ring. Да, ботл сначала фаталисту, ну а потом уже Soul Ring принесет или у нас Enigma. Так, пинг все время отвод буду делать. А что еще остается делать? Вайпер второй левел. Второй левел пытается как-то тут еще и третий получить, но мне кажется, аппарату нужно все-таки возвращаться на линию, гонять именно этого вайпера, потому что у ее как будет потом очень плохо все для команды Руна, когда вайпер получит тот самый шестой, он просто уйдет с линии и будет всех убивать подряд, кого видит. С помощью ультимейта всех просто заплевывать. Так, ну, пин пока что у нас третий левел, видимо, на линии не появляется, так как, опять же, боится саппортов команды ЛТК. Хотя имеется у него Ордецкий, и все, он прекрасно видит, что все подходы к нему, к его лайну, но все-таки имеется, мне кажется, какой-то страх, опять же, возвращаться на линию, как-то дамажить. Так, ну, проблемы начинаются у вайпера, далее Малифайс, раскрутился у нас никнейм Гном. Ну и должны забирать тут вайпера без проблем, я думаю, да. У нас вайпер, правда, тут от Таура получали тут ребята массу чего неинтересного. Санстрайк не точный, ну и на развороте сейчас попробуют, наверное, все-таки забрать кого-то, или нет. Ну, могут на развороте, конечно же, пойти, но что-то не решаются ребята. А тут вард стоит, линквард, вот джаггернаута. Ну, 1-1 становится на счет матча. Фаталист что-то у нас решил кого-то поубивать. Да, видит он, конечно же, Бейна, кидается он на него сон. Ну и пойдет до конца, имеется дабл дэмэдж. Сюда же голосная прилетает от инвокера. Нужно тут бежать фаталисту подальше, имеется еще ботл у него. Может отбиться, да, убивается. Ну, возвращается обратно на линию. Ну и, видим, не очень реализация ультимейта первого. Так, ну тут отводы делают. У нас что-то парешин уже раз, два, три, четыре, по-моему, отвода имеется на этом спауне. И Гернаут совсем скоро их зафармить. С получением, наверное, четвертого или третьего левела Blade Fury. Это все он сделает. Пум-пурум-пурум-пурум. Так, пинг вышел у нас на линию, видим, имеется уже 1000 голды, имеется тапок, ну и пытается как-то нафармить на тот самый блиндагер, который очень необходим ему. Ну и главное сейчас не поставить все для Славдара. Славдар, кстати говоря, 5 левел, почти 6 уже взял. Тем временем у нас на топе что-то происходит, интересно, джиггернаут. Проблемы большие, но Blade Fury почти все и выйдет. Правда, тученцы не выйдет. Скиллы все и выйдет, понятное дело. Ну, забрали мейн-керри команды Руна. Вот они, те самые саппорты, которые должны были уже давным-давно выходить, но почему-то сделали именно это сейчас. Ребята. Нету, правда, маны сейчас у них. Я думаю, сейчас какие-то кларити должны принести им.
Будет тормоз. Так, фаталист срывается. Фаталист имеет сосун у Бейна. Если что, он, понятное дело, и кинет на него. Что же? Ну, непонятно, что делает фаталист. Как бы хоста имеется, но... Стопит просто-напросто себя своими волками. Это, мне кажется, как-то не очень выглядит. Так, форма фаталиста. Да, аккуратненько забирает волками, ну, а сам пробегает просто подальше отсюда. Санстрайк не попадает. Нукер. Второй санстрайк мимо. Ну и 2-2. 2-2 становится счет. Энигма 5-й левел, почти 6-й. Ну, сейчас Малифайс, да, есть на МДЖ. Ну и МДЖ никуда не уйдет отсюда. Еще один фраг для команды Руна. 3-2. 3-2, Ароу. Ароу уходит у нас в эталонов. Ну, со сном тут еще играются, ребята. Так, Слардар, тем временем, забирает у нас спинка. Ну вот, он получил, наверное, 6-й левел Слардар. После чего кинул у нас субультимейт. Amplify damage. Ну и там минус сколько? Минус 8. Нет, минус 10 армора. Там практически ничего не остается от пинка после этого. Так, Ликантроп. Имеет уже транквилы. Ну и через Ладмерс пойдет. Имеется базилка, имеется рингов. Ну и нужно тут аккуратно что-то быть. У нас фаталистов, что-то он так агрессивно играет. Ничего не боится. Бояться есть, конечно же, что. Ага, ну вот для кого это все стаки делались. Приходит сюда на спинг. Ну и начинает все это дело фармить. Горит это очень быстро. Еще маленький лагерь для себя делает. Отвод. Ну и 1800, 1900. Ну и почти-почти уже блиндагер. Сейчас появится, наверное, прикупит. Раз, крепчанский. Два, ну и этот последний на блиндагер просто. Так, ну а тут выход какой-то вот команды Руна на Т1 Тауэр на топ-линии. Да, будет пытаться как-то забрать его, ребята. Ну и, мне кажется, это у них все получится. Да, первый тауэр у нас падает в игре. Собирают у нас Руна. Именно этот тауэр. Еще Малифайс дали у нас на Вайпера. Вайпер. Ультимейт у нас на Джаггера. Ну и с ультимейта просто сносит его никнейм Гном. Ну и дальше берет два тауэр. Так, ну, на ботами тоже у нас пол хп у тауэра. На данный момент, мне кажется, сейчас еще там Слардар. Не хочет Слардар бить. Тауэр все-таки очень аккуратно играет. Хотя мог. Мог попробовать. Так, ну инвокер через Мидас. Мне кажется, это очень-очень большая ошибочка от МДЖ. Тем временем минус Т2 Тауэр, Джаггернаут у нас убивает, у нас Бейна. Цепляет у нас Ласса у Инвокера, минус Инвокер. Ну и можно еще, мне кажется, Мирану зацепить, нету маны у Мираны. Нет, не пойдут, ребята. Появляется тут же лип у нее. Все-таки не решились дальше идти. Где 300? У Джаггернаута имеется фейзы всего лишь. Ну и сейчас посмотрим, что будет покупать себе. Будет ли, наверное, это Аганим Септер, наверное, дальше фармиться или же нет. Нет, барабаны покупает себе у нас гном. Ну и Magic Wand тоже должен унести себе. 1400 у Слардара. Имеется ПТ, имеется базилка. Есть телепорт тут. Пинка. Пинк. Будет ли прыгать? Ну, пласов нету. Поэтому вряд ли что-то предложит своего оппонента на линии. Ну, нужно аккуратно. Топинка играет. Ничего не боится.
Тем временем Мека появляется у Майнигма. Через Меказм пришел собраться у нас Павел. Ну, пока что Блэк Холла я еще не видел в игре. Так что у нас еще все впереди. Тем временем тут проблемы у Павла. Да, заряд Ароу, ну и изи фраг для саппорта команды ЛТК. Так, ну, на данный момент пока что у нас ничего не происходит на карте, вроде бы. Наш Гернат уходит вообще подальше отсюда, вам в леса. Боится, опять же, эту связочку саппортов. А Пэн быстро появляется у Эштопорейшена. Через Цыганим пойдет у нас товарищ минус курьер. А в курьере что-то ценное лежало. 1700, кстати. Курьере что же там? Ладнерс, по-моему, лежал. Рецепт на Ладнерс и еще что-то, по-моему, от фаталиста. Не уследил. За курьером проблемы тут у нас у Слардара. Взяли его в лассо. Заденайли у нас. Тут один тауэр прилетел сюда у нас. Ice Blast, ну и Black Hole от Enigma тоже залетает все по Слардару. 7-4. 7-4 становится счет, но мне кажется, сейчас тот самый момент дождаться именно курьера команде Руни, ну и просто-напросто идти и забирать все подряд товара, которые они только видят. Имеется счет один на ботами, который на изичах сейчас заберут, наверное, ребята. Ну а дальше посмотрим, что будет. Так, фаталист находит у нас Бейна. Ну да, Ice Blast, ну тут вообще изи. Еще Sunstrike прилетел. Тоже никому не нужны. Так, гном. Тем временем опять, наверное, с ультимейта убивает у нас Вайпера. Ну и сейчас проблема начинается у того самого Джаггернаута. Да ладно. Что это такое? Ну, телепорт имеет. Вроде бы как кинул, да, телепорт тебе. Но нету маны, чтобы улететь просто-напросто. Ну и погибает здесь у нас Джаггернаут под Т2 тавером у соперников. А, это телепорт... Это... Курьеры просто одинаковые. А, ну, как одинаковые? Просто у кого-то нету курьера, у кого-то есть. Все ясно. Так. 14-я минута у нас в игре. Видим, по крипстату лидирует у нас фаталист на Ликане. Далее идет у нас Слардар Мингери. Команда ЛТК тем временем тут, видим, разбирает Вайпера на изичах. Ну и завершает у нас тройку лучших по крипстату пока что Паша, ну там спинком они воюют, там 2-3 крипа. Война страшная просто идет. Так, ну минус 1 линия у команды ЛТК, ну и дальше отправляется у нас Руна воевать, так как не видят препятствий перед собой. Мне кажется, все правильно и делаю. 1300 от Джаггернаута. Клаб тут появляется у аппарата. Ну, 1100 у Нигмы. Посмотрим, что это будет. Ой, Слардар тпшится. Тут даже фаталист просто-напросто нападает на него. Но все-таки отходит назад. Имеется хауль. Поэтому сейчас очень-очень сложно будет для команды ЛТК как-то драться. Берут финсгрип у нас никнейма. Гнома. Ну, гном пока что у нас живет. Пытается жить. Кимберли Midnight Pulse. Ну, минус Лардар. Далее будет ли какая-то драка у нас происходить или нет. Вроде бы как атакуют ребята. Ну, и Нигму вроде бы хотят сыпануть, да. Живет у нас Энигма. Влетает опять же у нас фаталист. Начинает нарезать у нас инвокера. Минус у нас инвокер. Также у нас гнома забрали где-то. Или нет. Инвокер живет. Уходит на лоу хп. Не погнался дальше у нас фаталист до конца. Ну, пока что 1-1 размен. Ну, и минус Тава. Прилетает сюда у нас пинг. Берет ласса у нас Вайпера. Вайпер. Ну, главное, зря за тауэр фаталисту. Самое главное. Ну, а дальше как пойдет, как я понял, да. Бейн тоже у нас погибает. Ну, и вроде бы как-то спанут у нас вайпера еще тут фаталист или нет. Фаталист. Нет, пошел дальше. А, там Некра покупает себе у нас ликантроп. Вот что летело у нас в курьере тогда. Летает в троих Слардар. Да, там летает отсюда. Санстрайк хорошо попадает по Эштопорейшену. Ну и... Фаталисту, мне кажется, нужно дождаться тот самый Ладмерс, после чего как-то агрессировать. Иди. Курьер уже летит на пути. Как-то фидонят тут у нас Руна. Энигму тут уже вряд ли как-то отпустят, хотя есть напалм второй. Но нет, все-таки умрет от яда у нас Энигма.
тут уже ничего не поделаешь, по-моему. Хотя нет, уходят. Сайца Хилинг Вард. И на развороте Блэк Холл в одного Пинвокера. Отлично делается у нас Энигма. Минус у нас Инвокер. Ну и, мне кажется, Бэйна сейчас должны забирать ребята. Выходят, да, видят у нас Бэйна. Ну и Бэйн просто все, безысходность. Пытается как-то жить, но нет. 14-7. Становится на счет. 16-я минута. Давайте взглянем на графике. 10 тысяч преимущества по голде у команды Руна. Ну и по XP видим 5 тысяч тоже за командой Дайер. У Паши появляется Дрингдагер. Почему бы и нет? Сказал у нас Паша. Ну и Блэк Холлов, мне кажется, видим мы немножко чаще теперь. Так как не нужно будет подходить теперь к Энигме. Драки. Сразу же будут прыгать и просто всех убивать подряд. Вторые некрау ликантропа. 1000 голды. Сейчас будет уже третий после этих хэндштов, которые у нас так у нас пинг. Пинг уже есть форстав. Что у нас тут еще такого интересного? Джиггернаут Огр Клаб 1800 на руках. Аппарат, видим. Остается еще немножечко на Каним Септер. Фаталист потерял у нас Эгис. Прикольно. Чего не скажешь по-другому. Потерять на Эгис на Эджитах. Самое оно. Так, что же тем временем. Команда ЛТК. Видим Аквилла и Фейзу у Мираны. Саппорта Мираны. Слардар, Блинкдаггер, ПТ 1100 на руках. Вайпер Меку собрал. Имеется тапок простой. И Стоуншилд. Что-то не тот гайд, мне кажется. Бэйн. Арканы, ну и Инвокер, Hand of Midas, Драмы, ну и Фейзы также имеются у него. Да, гном пошел у нас через Академ Септер, как я говорил, но все-таки я думал, без барабанов он соберет, но все-таки после барабанов именно собрал. У нас гном это все. Видим смог выход у команды ЛТК. Что же у Блэк Холла мы знаем. Блэк Холла еще будет минута до Блэк Холла. Даже взлетает Айсбласт хороший для Бэйна. Тем временем у нас минус Инвокер, минус Бэйн. Ну и дальше продолжается у нас драка. Разносит всех у нас руна на своем пути. Слардар пытается ожить. Уходит отсюда она в спринте подальше. Ну и в принципе он и один и остается тут живой. Всех разложили ребята с команды Руна. Ну и Руна идут на следующий Т2 Тауэр на видолейне, который тоже совсем скоро, да, и упадет. Море еще дэмэджа есть у ребят. Под Хаулем это все, конечно же, быстро очень делается. 1700, кстати говоря, у фаталиста. Ну и дальше на Т3 заходит, почему бы и нет. Либо как агрессии никакой нету со стороны команды ЛТК. Ну, Ару полетел. Ару залетает для фаталиста. Потерял полздоровья у нас фаталист. Вайпер. Дает по карте с ультимейт. Залетел тем временем ЕМПшечка, которая особо тоже никого не зашла. Так, ну и Финсгрип кидается у нас на никнейм гнома. Гном пока что живет, но гном так не может и умереть. Отлично, и врывается у нас Паша по троим. Хорошо сосет Блэк Холл. Минус у нас Инвокер. Гнома все-таки потеряли, ребята, но мне кажется, это ничего не поменяет. Ну, минус у нас Бэйн. Гонятся дальше ребята. Проблемы у Мираны. Минус у нас Мирана. Минус. Также у нас Вайпер должен быть. Давайте посмотрим, как убивают его ребята. Да, минус Вайпер. Ну, 4-2 на Т3. И на барак, и на мид. Это очень-очень круто, я думаю. Так, станчик с Лардара. Чтобы ворваться, кого-то все-таки забрать. Пайбэк, видимо, от Вайпера. Мне кажется, он не поможет. Ну, сразу фаталист на Т4 заходит. Почему бы и нет. Третий некра, волки, хауль. Еще вопросы. Так, появляется тут первый аганим. Ребят с команды Руна. Джиггернаут, а что же тут у нас? Тут тоже есть, кстати говоря, аганим. Что-то я не проследил. Он появился. Взлетает для Стардара. И вынужден отходить назад у нас. Ласа 2-9. Счет у нас матча на 21-й минуте. Все-таки дотикал у нас
Слардар, все-таки я не верил в это. Но это произошло, кстати говоря. Яша уже Энигма. Ну, понимаем, что это значит. Яша на Энигме это... Нужно повеселиться просто-напросто. Травла. Покупайте фаталист. Отправляется у нас на топ-линию. Которая уже, кстати говоря, подпушила к Т2. Фаталист просто идет и ищет жертву себе. Кого же просто-напросто убить? Айсбласт. Хорошо, по двоим залетает тут. Ну и тут можно попытаться все-таки фаталист как-то выйти и убить, но нет. Не хочет. Так, Пруна идет у нас по ботому. Три игрока находятся именно там. Фаталист находится у нас на топе. Ну и аппарат будет как-то закидывать свои асбасты сдалека. Очень круто должно это все получаться от него. Так, ультимейт у Мираны пошел. Слардар готов уже врываться. Так, просвет. Просвет никуда ушел. Ну что же, ЛТК выходят. ЛТК выходят. Будет пытаться кого-то схватить. Кидается у нас сон на никнейма. Никнейм быстренько забрали через Ару и через Фингрип. Ну, распрыгивается у нас просто-напросто на гном. Минус у нас вайпер. Пинг. Хватает Власова у нас Бэйна. Точнее, Слардара. Как же похожи эти модельки. Минус у нас Мирана тем временем. Он нам раскрутился через Блэд Фьюри. Минус у нас Слардар. Ну и Инвокер тоже, наверное, погибнет у нас тут. Да, Айсбласт, который залетает именно для него. Ну, минус 5 от команды ЛТК. Тем временем фаталист просто-напросто забрал у нас топ-линию. Ну и остается последний ботом ребят с команды ЛТК, который, мне кажется, не будет падать. Все-таки на 4 сейчас будет фокусить ребята. Форстав еще подобрал себе у нас аппарат. Возвращается обратно к своим товарищам. Оп-оп-оп. Брендзап. Ну, тут уже практически ничего не надо делать ребятам. Тут уже все сделано. Уже проиграна игра. Ну, что-то ребята все-таки хотят до конца играть. Ну и фаталистов тут, кстати говоря, заберут. Фаталист, фаталист. 900 голды отдал. Троим игрокам. Четверым. Нет, троим игрокам все-таки. Напоследок. Ну и вот, падает трон. Команда ЛТК проигрывает свой первый матч. Киберклейс все-таки начинает очень уверенно со своего пуша. Ну, что тут еще добавить? Мне кажется, нечего добавить. Паша, правда, сыграл у нас 0-2 на Энигме, но я думаю, это все поправится у него. Все придет. Все будет, но не сразу, как говорил один товарищ.